В Хазе новое первое лицо. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Валерий Бганба. Он уже выступил с обращением гражданам республики, объяснив свои главные задачи на новом ответственном посту. Все те задачи, которые стояли перед правительством, они остаются. Это и экономическое развитие страны, это и обеспечение жизнедеятельности государства. И кроме того, конечно, добавляется очень серьезная задача организации нормального правового проведения выборов президента страны. Прежний президент Рауль Хаджимба ушел в отставку накануне на фоне протестов в Сухуми. С победой Хаджимбы на осенних выборах не соглашалась оппозиция. Верховный суд Абхазии отменил решение Центра избиркома страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Новое голосование пройдет 22 марта. Что касается Хаджимбы, то он заявил, что отказался от поста президента, который занимал 6 последних лет, во имя сохранения мира и стабильности в республике. В эти дни ситуация в Абхазии была очень сложной. Были споры и разногласия в общественно-политических вопросах. Я делал все возможное для избежания противостояния народа. Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле. Сейчас на улицах Сухума спокойно. Сторонники оппозиции разошлись по домам. Сотрудники правоохранительных органов переведены на обычный режим несения службы. Президентский дворец, вокруг которого эти несколько дней было многолюдно, передан службе государственной охраны. Имя нового руководителя республики, который войдет в это здание, станет известно через 2,5 месяца.